И самые сильные снегопады за последние 47 лет обрушились на Новосибирск. Город встал в одну сплошную 10-бальную пробку. Уже половину октября Новосибирск заметает, а показатели давно превышают месячную норму. Службы по уборке не справляются с расчисткой сугробов. И также непогода осложняет жизнь и пешеходам. Молодые мамы жалуются, не могут выйти погулять с детьми. Коляски не проезжают, уже надо санки доставать. Сейчас снегопад временно закончился, однако синоптики снова обещают к вечеру снег.